кадры будущего в цифровом и роботизированном мире. Эта тема стала главной сегодня во второй день проведения Тюменского нефтегазового форума. Выступая перед аудиторией ученых и студентов, будущих профессионалов, губернатор Тюменской области Александр Мор отметил планы развития образования в Западной Сибири. Три региона Большой Тюменской области объединятся в создании инновационной среды, чтобы усилить науку и предприятия лучшими местными кадрами. Мы исходим из того, что Тюменская область всегда была кузницей кадров для нефтегазовой отрасли, так же, как и некоторые другие российские регионы, мы их хорошо знаем. И поэтому проект НОЦ, о котором я говорил, научно-образовательного центра, это как раз возможность сделать качественный рывок в этой конкурентной борьбе для того, чтобы спозиционировать себя как лидеры. Мы готовы к конкуренции, это хорошая среда, которая позволит нам всем конкурирующим регионам, глядя друг на друга, подсматривая друг у друга, учась друг у друга, обогащая друг друга знаниями, вместе двигаться, тем самым поднять качество образования в целом в нашей стране.